44. В эфире информационная программа «Эхо Ярославля». Праздничная программа пройдет в регионе в День народного единства. Соединяйтесь со спутниками к установке. В этот день в Ярославле стартует сразу два крупных музыкальных события. 4 по 11 ноября на площадках театра имени Волкова и около концертного зала «Миллениум» будет проходить международный музыкальный фестиваль имени Леонида Когана. Yeah.
Ветер западный 3,8 метров в секунду. Ветер западный 3,8 метров в секунду. +3, +9 по области +3. Атмосферное давление будет расти, составит 764 миллиметра ртутного столба. Что Минэкономразвитие повысило прогноз добычи нефти в России. В свою очередь, глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин прогнозирует обвал добычи нефти за 3 года до 37 миллионов тонн в год из-за решения правительства о заморозке налогового маневра, а именно о заморозке экспортной пошлины и повышении налога на добычу полезных ископаемых. Турция не намерена отказываться от российского газа, так как никаких проблем с сотрудничеством в сфере энергетики между странами нет, сообщили Минэнергетики Турции. Там сказали, что Россия для страны хороший поставщик, мы для нее хорошие покупатели. Около 60% газа Турция получает из России. Даже если есть какие-то вопросы, то мы найдем пути их решения. Ребята, убрали КамАЗ прекращение российской торговли. Нет, убрали. Стало заявление президента Турции Таипа Эрдогана. На Москву вроде говорят, занято, да, блядь. На Волгу занято, да, так. А все равно, блядь, там один проезд только, блядь. И фуры еле проходят. Отказаться от российского газа только на словах. Заявление Эрдогана никак не отразилось на мнение президента России Владимира Путина, через свою дочернюю компанию АЛС заключил контракт на запуск испанского космического аппарата связи с помощью ракетоносителя. На орбиту будет выведен один из двух спутников, создаваемых американской компанией. Я его вам читал, он откатит нахуй, он черных металлов, блядь, цветных нахуй, еще ебаный, заебись. В интересах ХСТСЭД в 2004 году был первый спутник серии МСАНАС для формирования испанской орбитальной группировки. Это другой предприятие в интересах французской компании Ariane Space запуск 21 ракеты этого типа в течение 4 лет космодрома Курула французской Гвиана. Кроме того, в компании Ariane Space не исключают подписание дополнительных контрактов на запуск союза с Куру. Ранее, в середине сентября, европейские навигационные аппараты «Галилео». В заключение выпуска напомню валютные курсы. Или вот-вот случится. Персонально ваш. В эту субботу слушайте специальный выпуск программы «Персонально ваш», в гостях у которой Алексей Венедиктов, ведущие Сергей Бунтман и Ксения Ларина. Персонально программа. Проезжая часть. Здравствуйте. У микрофона Александр Пикулев. Правило, пожарный автомобиль живет дольше обычного грузовика, и весь его трудовой путь окружен доблестью в глазах обывателей и заботой со стороны муниципальных властей. Расхлябанные пятитонные не в счет. Речь идет о нормальных машинах, специально и вдумчиво созданных. Муниципалитет шведского города Норкёпинг в 1914 году заказал специальную пожарную машину на шасси. И служба несла долгие годы, но постепенно и она состарилась. На заседании городского совета один из выступавших по ее поводу сказал: пару раз пожарная машина сломалась во время выезда, и ее пришлось отбуксировать обратно в пожарное депо. К тому же ее скорость не превышает скорости пешехода, что могут подумать люди о городской пожарной службе. А ломаться пожарная Скания начала только в 1939 году, то есть через 25 лет. Вот это качество. А ты говоришь, трамблер. Там на мосту хоть стоит регулировать, блядь, проезжать какой-то первый, блядь, будет, нет? После чего никто не регулирует, там, блядь, чисто кто и что, блядь. Чувствую, блядь, что пиздец, ну, там пустят, блядь, там не винтов никого нет. Даже на высокой скорости. Блядь, пиздец, нахуй.
гравитационному движению, восприятие истинного времени и расстояния искажается. Мелькающие с одинаковой интенсивностью столбы или деревья притупляют реакции водителя, на котором автомат стоит. Но особым завораживающим... Правда, если в Москве для улучшения дорог достаточно одного инициативного градоначальника, то, например, в Питере потребовалось... Автомат вчера на Баку лежал, блядь, сегодня куда-то опять поперся. ...грандиозные. К тому, что есть, планируют добавить еще... Что, знакомый товарищ, что ли? Сети. Главное... Знакомый на МПЗ работали, блядь, он тоже рядышком, блядь, он вчера на Бак лег, блядь. Я, в смысле, не то, что сам человек знакомый, машина знакомая, уже бывалая, да? Взаимностью. Звоните 259-3-300 круглосуточно и без выходных. ТО день в день, всего за час. Расходники на любой автомобиль всегда в наличии. Вы можете наблюдать за... Пасмурно. Давление 754 миллиметра ртутного столба, таковы данные этого портала. Если у вас есть барометр, тоже проверяйте. Влажность 87%. Восход солнца у нас был час назад. Закат сегодня в 17:30. Так, еще более свежие данные пришли. Еще потеплело. Плюс 5 градусов. Это уже официальный гидрометцентр. Днем местами небольшие осадки, чуть изменился. По погодным явлениям, а температура станет та же. Именинники среди прочих. Андрей, Анна, Давид, Константин. Их поздравляем. Радио «Эхо Москвы». В Москву за еды через Шопшу можно проехать, там вообще свободно, ребят. Недолго. Совет Думы сегодня решит вопрос о заочном аресте депутата Пономарева. Я не расслышал, через чего ты сказал проехать. Слушайте информационную программу. Ну да. Сдерживать влияние России в Сирии и на Украине, которое определяет как вредное и дестабилизирующее. Он принял решение об активизации помощи сирийским повстанцам, что породило разговоры об опосредованной войне между США и Россией, поставляющей вооружение сирийским властям, рассказывает Алексей Соломин. Там кузов убирается, на автомате, да что он вообще там делает? Накладку к другим темам этого выпуска. Замоскворецкий суд накануне на 2 месяца для погашения задолженности по иску Евроше. От оппозиционера требуют сносить... 139-й, ты в канале, да? Какие войны ездят, кузов теряют, это такой первый раз, нахрен. Который суд ранее оценил в 4,5 миллиона рублей. Сегодняшним решением оппозиционер удовлетворен, об этом он сообщил. Я удовлетворен тем, что эта рассрочка есть, потому что в противном случае я бы наблюдал... У него был этот команд? ...в подъезде, который пугает моих соседей и все такое, поэтому, ну, какая-то... Где у ребята лежит-то этот команд-то? Вы понимали, он стоит в полосе, там, на бордюр, что ли, заскочил, у него кузов, блядь, спрыгнул, нахуй. Поэтому, ну, в любом случае, какая-то отсрочка, это хорошо. Я бы предпочел, что не получил, но... Ну, я отлично понимаю...
14 моего решения для исполнения законных требований судебного пристава исполнителя. По версии судебных приставов, это невыполнение законных требований выразилось в том, что он вчера встретил делегацию с государственным судебным приставом в Санкт-Петербурге, и на приложение просил закону квартиры ответить имущество, ответил он так, ссылаясь на то, что без адвоката он не хочет возводить данные действия. За это правонарушение кодексом предусмотрен штраф от 1000 рублей до 2500 рублей. Параллельно с этим Белый дом принял решение об активизации помощи сирийским повстанцам. Это породило разговоры об опосредованной войне между США и Россией, поставляющей вооружение сирийским властям, рассказывает Алексей Соломин. Наблюдатели отмечают, что США стало максимально жесткой с момента начала перезагрузки. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест комментирует отказ Вашингтона принять российский... Мужики, а никто не в курсе, какой штраф на организацию, если вот я без тахографа еду, допустим, блядь? Удивило, что Владимир Путин, находясь в отчаянии, попытался отправить второе лицо в государстве в США, чтобы убедить нас присоединиться к ним. 30, по-моему. Запрос... Никакого штрафа, ментам сразу штуку отдаешь, и будь здоров, что вы. Да хуй знает, меня вот тут тормознули, блядь, в Москве, нахуй, выписали на меня, блядь, а на организацию придет, не придет, я хуй знает, блядь. А на тебя сколько выписали? Рублик? Типа то, что, блядь, выпустили в рейс, нахуй, без тахографа, блядь, вся хуйня, ёлка. Забыли, да, на организацию мы сразу оформляли, а так что, сразу, блядь, двоём, что ли, так не бывает. Одного кого-то наказывают. Бывает, я работал в одной организации одному, короче, механику, на механика, блядь, встречали, мы выписали и на водителя, нахуй. На механика въебались, то он, блядь, бухгалтерия звонит, говорит, давай сегодня в ГАИ, блядь, сходи, нахуй, хули. Я говорю, как я пойду, я, блядь, ГАИ сегодня, говорю, блядь, точнее, в сервис поеду, блядь. Так, я говорю, пойду, нахуй. А с механиком, говорит, идти, блядь, походу на него штраф пришел, блядь. Да, значит, так и есть. Ну, походу, они скатить хотят с этой хуйни, типа, карточку возьми с собой, типа, блядь, ну, что я ее забыл дома, просто карта есть, но я ее просто дома забыл, типа, на этом съехать хотят, блядь. Нужен кратковременный дождь. Ой, блядь, навряд ли так получится, блядь. Может, не прокатит, просто выезжаем, да, блядь, в ночь, нахуй, хуй его знает, получится, не получится, блядь. У нас хуярили, блядь. 30, по-моему, блядь, на механика, нахуй, на водителя, блядь, не помню, блядь, не то ли трёшка, блядь, не то ли рубль, блядь. Там на рассмотрение, да, мне тоже они сказали, блядь, говорит, суд у тебя будет, хочешь, приезжай, блядь, я затупил, надо было сказать, что, нахуй, по месту жительства, хули, в 4 утра, блядь, еду еле живой, нахуй, ёбаный в рот, блядь. И у нас сегодня в гостях Юрий Николаевич Егоров, генеральный директор ООО МЭД, это котельная из Переславля. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Николаевич, мы знаем, что в Переславле давно проблемы с отоплением. Слышали уже официальную точку зрения, блогеров. Теперь расскажите вы, почему это возникло. У меня
твердое убеждение, мы попытаемся... Нет, ну что там с КамАЗом-то, убирают его там или что происходит-то? Созданные с коррупционными признаками. А поясните, что это значит? Мы имеем котельные на двух микрорайонах города. Это микрорайон Чкаловский, это юг города. И там стоят котельные ОМС. Когда... Перед началом отопительного сезона 10-11 годов они были введены в эксплуатацию именно в этих двух микрорайонах. В течение первого года у нас не было никаких проблем. Мы прекрасно провели отопительный сезон. Люди впервые... Идем, а что хотел? Года нормальный уровень температуры. Азотная. Мы на Москву, я не иду, блядь. Финансовыми итогами. Давай я захвачу, где ты есть. А Газпромовская затравка, что на Газпромовской закономерности, я тут поломал. Это захват компании. Дружище, я уже проехал, блядь, и далеко убил. Как потом выяснилось, при участии, я, может быть... А, ну, кстати, вот это, что? Руководство, инициирование... Ну, давай, давай, еще немного, пиздани, блядь, ты уже достал. В течение ряда судебная тяга искусственно созданная, по почтовому подлогу был как бы назначен в мою компанию неизвестный мне человек как директор. Я перестал быть вообще кем-либо в своей компании. И это в течение вот этих... Не только. Затем мы напечатали наши все выводы и выкладки, которые... Мы публичная компания, мы публичные лето в газетах, и затем достаточно понятно, что было лишено всех своих постов. Вы считаете поэтому? Я полагаю, что это было с этим. Сам заместитель губернатора... Вот так вот, как это прикольно. А нырнул
Вместе всех
не мышление от офигенства, за тем, что мы провели... Ну, назовем так, техническое обслуживание. Конечно, я
первые слова доклада. Вам, наверное, удалось отбить все обвинения? Так вот, мы же не знали, что она разворована, эта документация. Тогда сильно освобождали под, ну, назовем так, руководством или присутствием прокурора, полиция, приставы и даже два или три там было ОМОНа. Сильно освобождена была в июле. И когда мы, наши сотрудники, вошли в котельную, то увидели разбито дверь. Упрётесь, поверите в центр, упрётесь там на круговом памяти. У него бежайте, у него уходит в центр. Вытащено. И мы что наступает у нас сентябрь-октябрь, время подачи тепла, и именно по этой причине, там, как утверждает, нет документации, вы говорите, что это захват, по этой причине нет в городе тепла. Так вот, когда наступает 25 сентября, на большом сборе в мэрии, я доложил о том, что мы все газ у нас есть, электричество у нас есть, пломбы не сняты, то есть мы на сегодня имеем все. Было по постановлению мэрии для социальных наших объектов начальства. Но это было 2 часа, длилось это где-то час-полтора. И мы спокойно разошлись, я уехал. То есть полный готовый. Я подчеркиваю,
Электронадзор и Ростехнадзор нам выдали до о том, что мы представили. И вот вечером, в конце этого дня, в конце пятницы, состоялся следующий захват. То есть уже после... корректно и не очень правильно. А вот у меня тогда еще такой вопрос. Скажите, насколько хорошо охраняется котельная? Почему просто так люди могут забежать, пусть даже в количестве 15-17 человек, открыть двери, сломать окна? У вас есть какая-то должна быть там охрана работающая? Конечно, может, стоит усилить охрану? Ну, тогда у нас будет не котельная, а крепость. Если в мае было 5 полетчиков или там 4, я сейчас точно не помню. Если сейчас 17, что, нам нужно батальон представить вопрос? Нужно должен быть работать закон. А закон не работает. Есть собственно. Ну тогда вопрос правоохранительный морг. Конечно. Мы ставим. Есть прокуратура, она должна изучить все материалы, на основании чего все это происходит. И это как система. Именно из-за того, что на вашу котельную нападают бандиты, нет тепла в городе. Я так понимаю? Нет. В наших двух микрорайонах, которые мы обслуживаем, микрорайон Чкаловский, микрорайон Молодежный, мы подавали и не собирались прекращать горячую воду летом. Нам это запретили, перекрыли документацию. Документацию украли и еще раз предупредили о невозможности включения котельной без документации.
Доложили о том, что мы в состоянии и имеем все права запуститься 28. Но чтобы не было запуска артиллерии нашими силами, совершен этот налет Ну, мы не знаем, кто его, да, совершил, а каким образом вам это помешало посетить кто? Ну, просто по такой причине, что наших людей там нет. Нас туда не пускают. Кто сейчас там орудует, по-другому нельзя сказать. То есть до сих пор вы не имеете доступ? Нет, мы не имеем доступ, там какие-то погостки охраняют всю эту территорию, не допускают. Ну вообще у вас там бандитский Петербург? Это не бандитский Петербург, это бандитский Переславль с элементами включения сюда неких челябинцев, которые там в ряде сфер здесь. То есть получается, что это ваш бизнес, это ваша территория. Да, именно такая ситуация. То каким образом, и вот так я как понимаю, вот эти вот... Через город или здесь будет Тепло запущено. Тепло запущено, но что творится в котельне? Поехали городом, ебать, урод. Мы получаем отличную информацию, что там вместо давления 5-6 атмосфер нагнетателя, 2,5-3 атмосферы, визжат насосы. Это огромные утечки, огромные потери. Котельные работают не в оптимальном режиме. Жители жалуют, что либо отопление есть и гудят батареи от кипятка, либо тепловая. Порывы теплоснабжения, которые происходят в микрорайонах, привели к тому, что половина микрорайонов просто не отапливается. Я не говорю о горячей воде. Все, что вы рассказываете, у меня трудно укладывается в голове. Я не понимаю, почему вместе с правоохранительными органами, когда произошел захват или после, и не отстояли свою собственность. Почему этого не произошло? Для меня это так же большой вопрос, как и как Луиза его задает. Дело в том, что я сформировал все необходимые действия как генеральный директор, и несущий сегодня, как вы меня предупредили об этом, вы как генеральный директор, на все эти предприятия, несете полную ответственность на территории котельных производства и в том числе уголовную ответственность. Вот то, что сейчас какие-то погостки или какие-то там челябинцы захватили это, охраняют для себя или каких-то там своих людей, своих интересов, и не пускают туда персонал аттестованный. Персонал, который 5 лет, а почему 5 отопительных сезонов, не пускают. Ну, почему, ребят, такая пробка? Спокойного разума не поддается. При этом все документы по собственности, правоустанавливающие документы у нас есть, они есть в прокуратуре и в правоохранительных органах. Это всем известная проблема. Но очень хочется этот бизнес иметь в другой структуре, внутри другой структуры. Я бы сказал ее назвать. Хорошо, но это же невозможно. Фирма, котельная оформлена на вас, и даже если сейчас внутри нее находятся какие-то другие люди, и использование и эксплуатации административного ресурса в самой, я бы сказал, нагной форме. Чуть подробнее после рекламы, не переключайтесь. Ярославская служба новостей. Реклама. Тарлок. Инженерная сантехника. Трубы, смесители, насосы. Сопровождение программы 1С 370-146-370-146. Жилой микрорайон «Сокол» от группы компании «ПИК». Квартиры со скидкой до 10%. Берег Волги. Близость исторического центра.
порядком, открыть вентили без прав. Но этого та ситуация. Этого нет. Значит, это по сути фиктивные какие-то игрища, это мы все публиковали в прессе. Публично это все обсуждалось. Эти все цифры, выкладки общеизвестны. Но вместо того, чтобы разобраться, и вложить в прокуратуре, в правоохранительным органам. Этого не было сделано, это продолжалось. Поэтому фактически мы констатируем, что учились подобного размера, там как можно существенно. Скажите, что вы в дальнейшем намерены делать? Если же это стоит не так много. На сегодняшний момент мы первое сделали дополнительные документы и передали их в Следственный орган. Разбивное было дело. Мы работаем в тесном контакте с прокуратурой и подали 4 иска, которые уже признаны в исполнении, к рассмотрению. То есть мы восстановим законы, вне всяких сомнений, в течение этого времени. Я убежден в том, что мы как и летом восстановили законы и вернули потерянную в эксплуатацию для белого персонального рынка и более выпускать такого. А как вы не допустите этого, если это уже вот 5 раз вы говорили в начале программы, что 5 раз произошел заход?
Мы считаем, что нужно рассмотреть вопрос о деятельности некоорганизованной чиновной уголовной группы, аналогично, как это сделано было недавно в нами. Скажите, а вот как это получилось, что у вас не сложились отношения с властью? У нас никаких не сложений с властью. Не было. Нет. Ребят, подскажите, а в чем стоим? Что случилось? Ребята, да им то, что здесь комар кузов нас отвалился, ебаный в рот. Чем закончится данная история? В каком районе примерно? Ну что, найти на Ботепровой? Ремонт идет, блядь. Сука, одна полоса, нахуй, занята этим КАМАЗом ебучим. Понятно. Реклама. Сегодня я сделал вклад в банк Югра и не прогадал. Теперь у меня есть прибыль. Югра. Сделал вклад, получил подарок. Торопитесь, количество подарков ограничено. Акция действует до 31 октября 2015 года. Подробности на yugra.ru. Вау, банк Югра. Мы Гагарину прямо поехали. Может, ты не будешь проехать. Направо, а уходите.
Смотрите, слава, вы зачем не убрали все, там, в команде? По телефону 667-977. На 7-честеньке в 9-м канале или как? Утром в Ярославле и области облачно с прояснениями, небольшие осадки, гололедица. Ветер западный 3-8 метров в секунду, сообщает центр области. По области плюс 5-10 градусов. Атмосферное давление будет расти, составит 764 миллиметра. Я просто была на резиновый вопрос, сейчас по радио сказали. Может, какой-то спортивный костюм взял палку, блядь, и разрулил ее за полчаса, это просто еще огромное. Концерта Федерико Шопена начинается в Московской консерватории. В малом зале прозвучит первый концерт, куда вошли натюрные этюды, мазурки, баллады соль минор и другие произведения, созданные с 1831 по 1833 годы. Начало концерта в малом зале консерватории в 7 вечера. Проезжая часть. Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко. Как правило, пожарный автомобиль живет дольше обычного грузовика, и весь его трудовой путь окружен доблестью в глазах обывателей и заботой... ...расхлябанные... ...речь... ...направо 0-2-0, картина та же самая. Нам уже эту информацию передали, сейчас мы позвоним начальнику ГИБДД, и он что-нибудь сделает. Если у вас эту информацию заподавали, вы уже должны были позвонить. Мы пока не смогли, так что сейчас будем принимать меры. Спасибо вам, Петя, что меня сказали. Ну,
чтобы ее быстрее, чтобы я трубку, блядь, повесил, да, отъебался. И, походу, не до этого, там, блядь, тапками гремят, а лошками, нахуй. К тому же, ее скорость не превышает скорости пешехода, что... Ты, Жень, ты вообще встал, да? ...городской пожарной службе. Ну, я, парни, вспыхнули его, сейчас поеду, успокой. 1939... Проще всего заснуть... И на нас сразу месячный план сделают, блядь, они тут каждый день, блядь, месяц будут сковать, выркать на Москву, а то... Мост быстро привыкает к монотонному движению, восприятие истинного движения с одинаковой интенсивностью столбы или деревья притупляют реакции водителя, хотя, казалось бы, мельтешение предметов должно, наоборот, будить восприятие. Но особым... Если вслед за усыпляющей монотонной трассой водитель въезжает в город с напряженным движением, он может с опозданием начать маневр, например, обгон, или сопоставить скорости автомобиля, в результате чего задеть подгоняемую машину. Со вчерашнего дня, как мне задалось, блядь, Львовские переезды 3 часа толкал, блядь, на Ярославку, блядь, 2 часа тырхался, блядь. Одного инициативного градоначальника... Ага, просто экскаватор, что ли, российские, встряхнули, команд, я едем. Планы грандиозные. Тому, кто есть, планирует добавить еще 8%. Наши победили. Да, стоять ебалом, парни, поехали. Я же говорил, экскаватор только может спасти ситуацию. Ходовые нихуя не будут, а вот экскаватор запросто. Да,
Убрали, сейчас будет движение. Через 350 метров поверните направо. Движение есть. Да, я
реакция разъёта без воздуха. Лишь бы не ужас.
Пусть все-таки не исключение, а всем остальным действительно, видимо, должно быть плохо. И большинство
Зачем медицине такая оптимизация? Ну, поскольку он имеет прямой выход на президента, может быть, что-то и получится у него. На недавнем внеочередном съезде нашей палаты, он говорит, 81,3% из присутствующих 2000 медицинских работников страны высказались против проводимой оптимизации здравоохранения, и примерно столько же считают неоправданными сокращения и коек, и штатов, поскольку вместе со штатами еще и... Главное, что про эту оптимизацию уже сколько, год почти, да, говорят. Она себе идет своим чередом, а все тут говорят, и ничего не меняется. Скучно становится. Газет «Московский комсомолец», чтобы дозвониться на 112, нужно ехать в Курск и Казань. Зачем? Потому что дозвониться по единому номеру 112 в случае беды могут только жители двух регионов, да и то не всегда. Аудиторы счетной палаты констатировали, по сути, провал госпрограммы по созданию системы вызова экстренных служб. Дело в том, что, согласно результатам проверки, на сегодняшний день система 112 создана и введена в постоянную эксплуатацию пока только в республике Татарстан и Курской области. Что у нас? Вы думаете, только на космодроме Восточный взорвают и откладывают запуски космических ракет? Главная проблема. На территории регионов не готова инфраструктура единых дежурно-диспетчерских служб, уровень их оснащения в районах